Итак, ребят, всем привет. Сегодня мы будем ходить по мертвой деревне. Зайдем сегодня, за спиной есть дом, который уже пустой. Пустой уже, наверное, в течение 10 лет. Будем ходить, смотреть, как у нас уходит в небытие прошлая жизнь. Заходим и смотрим. Дом у нас вскрытый. Тук-тук. Кто в доме живет? Кто в невысоком? Ух, здесь уже полная разруха. Закроем дверцу. Здесь уже комрады побывали. Вот это твари. Жили здесь не так давно. Время у нас показывает 1:05. Но печку разбомбили. Я просто из любопытства зашел в этот дом и посмотреть, что у нас в нем. Конечно, полазить здесь есть где. Много всего интересного здесь может быть. Так, краем глаза. Сейчас глянем, посмотрим, что из вещей здесь интересное может быть. Так, стол побрякушек, часы. Пакетики с какими-то бижутериями. Замки, заколки. Крем. Да, походу кто-то в торопях убегал отсюда. Здесь вот вещи сложные, в принципе, аккуратно. Пакет с лекарствами. Так, стол. В принципе, ничего интересного нету. Походу, здесь бомжи кочевали. Или я не знаю. Такой хаос. Такой бардак. Так, книга. Кошелек. Кошелек. Ну, если там внутри не должно быть ничего. Потому что в первую очередь всегда смотрят кошельки. Так, подсумок, да, телефона даже есть, смотрите, что. Сумка пустая. Так, может, что под матрасом запихали. Ну, ладно. Шмотки, кругом шмотки. Ну и здесь уже все изведали. Лекарства. Старенький телевизор, но уже современный. Шиваки.
Здесь все пусто. Ничего нету. Что у нас в шкафчиках? Одежда взрослая. Наверху что у нас? Наверху у нас ничего. Дом, конечно, уже кто-то приходовал. Картина. Фотография, что ли? Нет, дом уже хорошенечко обошли. Все здесь до нас кто-то. Вот фотография. Наверное, все-таки кто жил здесь. Да, здесь уже варварки. Альбомный. Старенький альбом. Куйбышев, 1989 год. Свадьба. Ну, какая лялька. Конечно, для поиска местечко зачетное. Тем, что полы здесь целые, не как в предыдущем доме. Тут, в принципе, все вот так. Смотрите, вещи все на месте. Офигеть. Действительно, кто-то в торопях собирался, сматывался отсюда. Конечно, полазить бы здесь капитально. Да ничего здесь нету, ребят. Дом пустой. Даже ничего интересного тут нету. Уже хорошенечко здесь полазили. Да, что у нас тут, а? Такое ощущение, что здесь буквально лет 5 назад жили. Но потом быстренько отсюда почему-то срулили. Бросив все вещи, абсолютно все. Кусочки, цепочка. Ну, это не серебро. Так. Ничего интересного. Не, здесь надо капитально. Если сюда братья комрады не заскочат в ближайшее время, то можно, в принципе, летом сюда заехать и походить. Что-то настораживает, прямо что-то по спине мурашки какие-то пробежали. Где-то что-то бумкнуло, что-то где-то шверкнуло, заскрипело. Застонала. Ух! Идет мурашки по спине побежали.
Так, бывает, что на печах можно что-то найти. Так. Нет. Сверху у нас ничего нет. Вот такой вот маленький домик. Полазить здесь, пошуршать. Как вы думаете, стоит, нет? Можно ли что-нибудь здесь интересного отыскать? Есть какие варианты предложения? Я вот не знаю, стоит ли вообще что-то здесь смотреть и искать. Здесь нужно разбирать, громить. А мне этого не хочется. Так визуально вам показал, что есть вот такие вот заброшки, которые брошены так вот спонтанно. Собрались и уехали, как в свое время там Чернобыль и все прочее. Сказали выезжать, значит выезжать. И люди собрались, уехали. Ну вот, в принципе, когда я последний раз здесь был, печка здесь стояла. Но сейчас ее уже разбирают. Надеюсь, это делают местные жители. Там я еще никогда не был. Что у нас тут? Мешки какие-то, мешки с мусором, что ли, блин? Короче, лабуды полно, бля. Здесь уже полы, смотрите, повело. Вот это непонятно, что это такое. Какой-то ящик, бля. Или что это такое? А, это он как-то перевернут. Ну да. Если здесь блуждать, здесь большой объем работы. Все это вскрывать, смотреть. Но, повторюсь, желания нету. Нету пока желания. Я вот люблю вот такие вот скопища, когда пуговки и все прочее, потому что бывает зачастую с этими пуговицами и монеты. Так, что это такое? Так, это походу от фотоаппарата, что ли, чехол. Еще один. А, нет, это электробритва. Такая. Что-то, походу, здесь инвалид был. Потому что вот этот костыль я уже не в первый раз вижу. И там еще валяется. Так, здесь какая-то надпись. Давайте прочитаем. Может быть дружба без любви, но мелкота любовь, в которой нет дружбы. Чуть непонятно. Но понятно. Может быть дружба без любви, но мелкота любовь, в которой нет дружбы. Во. Видно, здесь молодежь местная развлекалась. Старенький рубанок. Книга. Какого года, сказать не могу. Хотя можно сейчас посмотреть. 97-й год.
Что у нас тут? Вот она, смотрите, целая. От керосинки. Целое от керосинки стекло. Так, что у нас тут еще есть? Баночка. Баночка пустая. Нет. Здесь все убито. Нет. Нет, еще раз нет. Покинем этот домик и зайдем в другой. Дабы их здесь много, походить есть где. Так, здесь какой-то сарайчик еще есть. Подвального типа. Так, включим освещение. И посмотрим, что здесь у нас может быть. Ничего здесь нету. Ничего. Даже заходить не буду. Ладно, уходим в другой дом.